нет. Видел. А, здравствуйте. Сколько проезд стоит? По-русски понимаем, нет? Сколько билет стоит? Билет покупали, как едете вообще? Как вы сюда оказались, этому автобусу? Не знаю, где там заплатить. Где там заплатить? Фирма заплатит. Амурская. А, амурская фирма заплатит? Ну хорошо. Хорошо, это что? Это тандер, сам-то надо. А вы знаете, что вы должны быть все пристегнуты ремнями безопасности? По сидячим местам находиться. Нет, не знаете? Что уже видно? Видно? Да. Вот. Откройте что-то. Личики, откройте. Сколько у вас там человек? Что, как, нормально едете-то, нет? Да, а? Да, нормально? Куда едете-то? В Амур? Амур, сапоги. Ну, часто вы так ездите? Да, вот туда, да. А? Часто туда ездите? Да. Вот так вот, как сейчас? Да. Так, кто оплачивает проезд? Фирма? Фирма, вы в этой фирме работаете? Не, ну, первый раз. А, я вас пацан. Занимает фирма, да? Да. Сколько вам оплачивают? Каждый человек 7 тысяч. А? Каждого человека 7 тысяч? Да, за приста. Это грузовой фургон у вас автомобиль. Да. Да, 7 человек возите, пожалуйста, груз возите. Но не людей вот так. Как груз везете. У вас есть такого осмотр? Как называется у вас? Технический осмотр называется. Дальше вы не поедете, однозначно запрещаю эксплуатацию данного транспортного средства. Пока не высадите пассажира. Сейчас будем определяться еще. Как вы вообще перевозку считаете коммерческую? На каких таких основаниях? Что такое? Это полная бюрократическая карта. Вы понимаете, что вы считаете нелегальную перевозку пассажиров?